Добрый день, с вами Дина Краснова, и в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 сформировать справки о расчетных счетах. Данная возможность появилась в программе, начиная с версии 3.0.43.213, и сформировать можно справку о рублевых счетах и справку о валютных счетах организации. Для формирования справок переходим на закладку «Отчеты», выбираем пункт 1С «Отчетность», «Регламентированные отчеты». Нажимаем на кнопку «Создать» и в разделе «Справки» находим справку о валютных счетах и справку о рублевых счетах. При необходимости можно их пометить звездочкой, как избранное, два раза щелкнув левой клавишей мыши, и тогда данные справки перемещаются в раздел «Избранное». Для формирования справки о рублевых счетах встаем на нее и нажимаем «Выбрать», либо два раза щелкаем левой клавишей мыши. Указываем дату составления справки, по умолчанию текущее число, можно выбрать какое-то другое число. И нажимаем на кнопку «Создать». Далее нажимаем здесь на кнопку «Заполнить», чтобы справка заполнилась. Справка заполняется автоматически по всем расчетным счетам, которые есть в программе. Здесь у меня у предприятия несколько счетов, поэтому все они отобразились. Если какой-то счет не нужен, можно удалить его, нажав на крестик. Также можно добавлять строки по синей гиперссылке, добавить строку. И сами данные можно редактировать. Здесь можно что-то, например, дописать, исправить и так далее. Данную справку мы можем распечатать, либо распечатать сразу, либо показать бланк. Здесь мы нажимаем, допустим, на печать, если нас все устраивает. Также справку отсюда можно сохранить в предложенных форматах, например, в Microsoft Excel. Если мы справку запишем, то она сохраняется, уже появляется в перечне отчетности, но здесь на конкретную дату. Точно так же можно создать справку о валютных счетах, выбрать уже справку о валютных счетах, выбрать, указать дату, нажать «Создать». Нажимаем на кнопку «Заполнить», и данные заполняются. У моего предприятия нет валютных счетов, поэтому здесь ничего не заполнилось. Если валютные счета у организации есть, то они также автоматически будут заполнены. А вот так в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 можно заполнять справки о расчетных счетах. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в моих следующих видео. Exile.